Шуток, вот она машинка градовая, Калинка называется. Так вот, это рассказ о том, что прежде чем вот эти вмятины делать, придется помудохаться, по-другому не скажешь. И потом еще вот этот герметик вот так надо будет срезать, убирать. Поэтому коленоводом я почему и решил снять это видео. Под град, потому что да, под град коленоводом попадать нельзя, потому что это геморрой. Вот, очень большой геморрой. Вот, и потом все это надо срезать, вычищать, и опять же, чтобы крышу не как бы помягче сказать. Ну вы поняли, что я хотел сказать. Вот так вот тут. От души усердно проклеено. Что самое интересное. Подтягивать и вот. Вырезать. Да, вот так вот. Такое встречается не только на калинах, но и на других машинках. Вот такие вот ожидают сюрпризы. Поэтому некоторые мастера калины и не берут. Вот он один из них, дядя Саша. Калины не хочет брать. Суровые будни коленоводов. Пилим крышу вот таким страшным инструментом. Вот. Приходится ее демонтировать. Короче, ребятам надоело пилить, утомительный процесс, они ее просто берут, обрывают крышу. Пока не провалилась. Но там она еще вон, середина. Вон, середина видно. Как говорится, на свой страх и риск. Все, на крышу уже два ведра шпаклевки надо покупать. Так, держи. Так, ты это, руки, наверное, сюда. Это. Давай туда вернем. Оттуда? Да нет, сядь, короче. И... Вот такие маленькие у меня. Торжественный момент. Ну, показывайте. Вот так вот. Вот такая вот красота. Сейчас посмотрим, что внутри у нас. Ух ты! Вот, ребята пилили-пилили. И, короче, надоело им пилить. Решили все это ободрать. Взяли, ободрали. Ну тут приклеено даже вот здесь и даже вот там на усилителе сзади. Вот умельцы. Здесь вот приклеено. Вот. Тут не приклеено. Здесь приклеено. Вот она красота. И здесь тоже приклеили. А иначе их не сделали. Ее даже если и красят, но все равно не получится. Не, почему? Вы, ребята, приспособились. Вот. Вот так пару-тройку крыш. И уже выработается технология. Как это все пилится.
Где-то, конечно, остаются, но не везде на этих местах вмятины. Там, где необходимость будет, можно будет подчистить дополнительно. А так уже до идеала тут выделываться смысла мы не видим тоже. Вот такой это процесс. Все. Ну вот. Мастер сказал, первая вмятина на крыше. Делается. Немножко камера засвечивает. Сейчас я выключу эту камеру со вспышкой. Ну не труси машину, я ж снимаю, Сань. А как ее не трусить? Не труси машину, у меня камера прыгает. Ну вот, сбилась. Ну вот она, наша крыша. Санька помогал крышу снимать. Тут везде у нас вмятины. Ну, по всей машине. Шагринка осталась. Ну давай следующую. Мы тебе верим. Верим. Да. На слово верим. Ну давай снимем вторую. Интересно же. Так, вон там осталось все. Ну что-то ты быстро, я и снять не успел. Давай следующую. И так пока крышу не закончишь, мы тебя не отпустим. Вот это готово. Тоже еще. Ну так, оказывается, быстро вмятины чинятся. Быстрее даже, чем они получаются. Все. Попробуем заснять вживую. Смотри, не хочет наводиться. Чуть снижит. Вот, чуть-чуть. Ну ничего, забьешь. Бывает, что передавится. Тут середина надо поднять. На большом увеличении резкость почему-то пропадает. В угольях я длиннее, да? Вот воюем с этой вмятиной. Не очень приятный металл, конечно. Ну так в двух лампах удобнее работать. Ставим одну так, другую чуть вот так. Уже веселее.
Сейчас посмотрим, что там внутри. Что там он внутри делает, а? А, вон они как вмятины делаются. Вон оно как. Так, оказывается, делаются вмятины.